И снова здравствуйте, компания OMZAP вас приветствует категорически. Обратился клиент на автомобиле Porter с неработающим сцеплением при снятии коробки передач. Выжимной подшипник немножко подклинивает на направляющей втулке. Ну вот и здесь остались у нас части ведомого диска. Вот эта вот втулка ее срезала и заплавила. Она вот здесь вот осталась намертво. Парням придется помучиться, чтобы ее отсюда достать. А теперь пойдемте посмотрим виновника торжества. Итак, здесь у нас лежит нажимной диск и ведомый диск. Первопричиной явился ведомый диск. У него были сломаны вот эти заклепки, которые держат этот демпфер вместе. Видно? Mm-hmm. Вот. Из-за того, что все это дело развалилось от времени, потому что машина на этом сцеплении проехала порядка 100 тысяч километров, что для грузовичка достаточно неплохо. И обратите внимание на состояние корзины сцепления, она еще, в принципе, даже нету больших следов износа. То есть клиент аккуратно ездил, доберег автомобиль. Это вот корзина, в принципе. Следы от подклинивания подшипника, видите, выработка. Выпиливал потихонечку. Но разрушился-то он не из-за этого. А вот наш общий друг, который явился причиной. А сейчас пойдемте посмотрим новые детали. Итак, новое сцепление, комплект. Любимые видеообзорщики, которые распаковывают новые гаджеты всеразличные. Вот и мы сейчас точно так же сделаем. Распакуем новый гаджет, комплект сцепления. Открываем. Ох, какая красота. Это подшипник, опорный подшипник первичного вала. Чуть попозже покажем, почему его тоже нужно будет менять. Обалдеть, какая красота. Вы посмотрите, а. Ну, надо же. Прям в руках приятно держать. Нажимной диск. Или, как в простонародье говорят, корзина. Да, прекрасная, хорошая корзина. Нульцевая. Красота. Выжимной подшипник. Тоже идеальный. Не шумит. Направляющая прекрасная. Все. Сейчас все это соберут и поставят на машину. И еще проедет 1100 как минимум. Тем более, что клиент достаточно аккуратно на машине ездит. И видно, что заботится об автомобиле. Итак, пойдемте посмотрим, почему нужно поменять и этот подшипник тоже. Хотя клиент вроде бы на него не жаловался. Вот мы сейчас находимся под автомобилем, и маховик, и вот этот подшипник опорный первичного вала. Вот он. И если поворачивать пальцем, то он, видите, скрипит. Хотя клиент на него не жаловался, потому что, в принципе, здесь его особо-то и не слышно. Но если оставить все таким, как есть сейчас, это может привести к заклиниванию и разрушению этого подшипника. А приводит это вот к чему. Пойдемте посмотрим. А приводит это к следующему. Вот у парней есть как бы оправка для того, чтобы поставить сцепление. И если не менять подшипник, либо работать с заклинившим подшипником, здесь, наверное, видно хорошо, да? Как сточило вал первичный. Параллельно при снятии коробки передач механик Дмитрий, очень опытный и хороший человек, обнаружил дефект крестовины. Потому что кардан все равно снимается. А крестовина изношена, там есть выработка. Поэтому, соответственно, перемещается вот с такими усилиями и закусываниями. Давно работаешь с Kia? Ну, скорее всего, уже года 3 точно. Вот, видите, как практически доктор. А это вот привезли ребята запчасти, направляющие выжимного подшипника. Вот она здесь заклинила, показывали уже, да? Не работает. А это вот новая прекрасная блестящая запчасть. Будет установлено вместе с сальником первичного вала коробки передач. Так что вообще будет все. Практически новый автомобиль. Ну и вишенка на торте. Это вот последняя деталька, которую заменили. Это корпус подшипника, корпус сальника первичного вала коробки передач в сборе с направляющей. Вот она такая, алюминиевая деталь. Ну и из-за заклинившей части ведомого диска, соответственно, подшипник не снимается, да и смысла снимать его нету. Хотя сальник не тек. В принципе, сейчас попробуем с вами посмотреть на рабочие кромки этого сальника. Если получится, мы вам это все дело продемонстрируем. Показываем сальник с его рабочими кромками. В принципе, очень хорошее состояние для 100 тысяч километров пробега. Даже видны вот эти продольные насечки маслоотражательные, которые снимают масло с вала. Рабочие кромки ровные, без задиров и явных следов износа, что в принципе говорит о том, что качество
изготовление деталей очень хорошее. То есть прошли те времена, когда качество страдало. В принципе, товарищи подтянулись, выпускают хорошие качественные запасные части, что не может не радовать. А это вот мы увидели старую крестовину, что явилось причиной дефекта карданной передачи. Вот она, видите, износ какой. Явно проглядывается, да? А виновником всего этого хозяйства было, скорее всего, на 99% вот это резиновое уплотнение крышки крестовины. Под нее попала влага и, соответственно, раскрошила. Причем эта крестовина оригинальная, как говорил клиент, прошла она у него 100 тысяч километров. Мы ему взамен поставили вот такую. Опытные механики рассказывают, что эти же крестовины, вот эти неоригинальные, ходят ровно столько же, сколько и оригинальные, порядка 100 тысяч километров. Поэтому делайте выводы. Ремонт закончен, осталось только собрать, что дело нескольких десятков минут. Поэтому клиент уедет отсюда довольный и счастливый на отлично работающем сцеплении. Итак, спасибо, что смотрели, подписывайтесь на наш канал. С вами был ОМЗАП. До новых встреч в эфире.